Большое внимание в рамках форума будет уделяться также вопросам региональной макроэкономической повестки, новые горизонты развития Центральной Азии и Евразии. Предложенная Нурсултаном Назарбаевым идея евразийской экономической интеграции предоставила бизнесу значительные возможности по либерализации доступа на емкий общий рынок. Как один из примеров, экспорт отечественных сладостей в Армению. Только за год в эту страну было импортировано 700 тысяч килограммов конфет, произведенных в Алматы и в Кустанае. Учитывая небольшую емкость армянского рынка, эти торговые показатели весьма весомы. О сладком импорте репортаж нашего корреспондента. Одна из ценностей ЕАЭС – свободное перемещение товаров – действительно работает. К примеру, в армянских магазинах можно спокойно приобрести кондитерские изделия казахстанского производства. И, к слову, ассортимент их достаточно широк. Менеджер продовольственного магазина Силва Арутюнян пристраивает на витрине очередную партию казахстанских конфет. Говорит, несмотря на то, что изделия эти поступили в продажу относительно недавно, покупатели уже успели их распробовать, а потому и отбоя в спросе нет. Примерно год уже торгую казахстанскими конфетами и очень успешно. Люди хвалят их, говорят вкусные, поэтому хорошо продаются. Новые сладкие бренды зашли на местный рынок чуть больше года назад. Изначально, говорят в компании-дистрибьюторе, объемы поставок не превышали 1-2 фур в месяц. Но постепенно статистика казахстанского импорта пошла вверх. Это где-то 700 тысяч килограмм конфет импортировано, а это где-то 40-45 фур получается. Объем достаточно хороший. Если смотреть, ну, изучать рынок, это очень хороший объем. В ближайшем будущем компания-дистрибьютор намерена постепенно наращивать объемы поставок казахстанских конфет на армянские прилавки. Расширить ассортимент, привести новинки – задача на ближайшую перспективу. Дальняя дорога не преграда, если налажена четкая логистическая схема, говорит Ани Хачатрян. Если брать логистику и сравнивать, конечно, Казахстан и Россию, тут есть вопросы определенные есть. Но в любом случае система налажена так, что есть очень много транспортных компаний, как местных, так и казахстанских, которые работают. Официальный представитель казахстанских кондитерских фабрик в Армении реализует новую сладкую продукцию во всех регионах страны. Это несколько тысяч торговых точек. Продукция Made in Казахстан сегодня представлена как в крупных городах, так и в самых отдаленных селах республики. Лаура Жусубекова, Тигран Галстян, Хабар 24, Ереван.